тоже тянуть. Смотри. Ну давай. Ну я понимаю, да. Ну на сколько веток так хватит? Тонкие, понятно, что да. Ну. Дедушка, а где такое приспособление? Ты сам придумал? Хандамейда. Это приспособление дедушка привез еще из Казахстана. А он не может остановиться, ему только дай. Это же детский домик, типа. Весна. 25 марта. После снежной зимы все позаливало. Красота неописуемая. Ушачка полная. Вот озеро Слониц еще не вскрылось. Очень красиво. Очень тепло. Плюс 12, плюс 13 градусов. Птички поют. Что может быть лучше весны? Правильно, зима. Гнание в прорубь. Закрываем сезон. Ты снимаешь все, Люба. Все, Люба. Отпускай, ты снимаешь. Это Лолик Бубы. Куда идем мы со Стюшу неделем? С Милым. С Милой Стежечкой. Куда мы идем? Мы идем за нашими родственниками. Не, вчера видели уже. Дядя поставил сок березовый набирать. Мы поставим сейчас. Детям будет очень интересно посмотреть, как это все дело, мероприятие работает. Да, Стежки? Смотри, как классно. Есть? Активно пошло, да? Оп. А вот еще было пятое.